сказать, асфальта, кстати, нет, полупесок. Почему же они так плохо относятся, я не могу понять, вот к тротуару. Ведь ноги будут песчаные, ботинки грязные. Как это дождь, да? Так, ребята, посмотрите, пожалуйста, как здесь красиво. Вот этот статуя здесь. А вот мы переходим направо, центральная улица. Статуя Джеффри, непонятно. А вот переводим взгляд направо, и что мы видим, ребят? Эйфелеву башню. Но на земле полупесок, полуасфальт непонятный. Вот она, Эйфелева башенка, ребятушки. Вот они, туристы, а вот они мы с вами. Как мы сюда шли? О, на полянку, на зеленую можешь зайти. Сейчас мы зайдем на зеленую полянку. Секунду, я хочу кое-что посмотреть. One second. По сторонам. Вот она, Эйфелева башня, ребятушки. И вот он я, наконец-то, в Париже. А за моей спиной Эйфелева башня, ребята. Мы с вами здесь. Мы дошли сюда. Потом мы сейчас будем на полянке, еще немножко снимем. Сейчас покажу, что с другой стороны. Чтобы вы видели. Здесь такое здание. Здесь еще. А вон она, наша Эйфелева башенка. Ребята, сейчас я камеру повыше переведу. Вы все это увидите, поймете сами. Во! Сейчас вот эти столбы тоже обойдем. Парк Елисейские поля, ребята. Специально для вас, special for you. Так, давайте мы сейчас вон туда дальше зайдем и сделаем там фотографии. Прямо вот сюда мы сейчас пройдем. Немножко. Идем. Много туристов, кого-то еще. Сейчас мы сделаем пару фоточек. Ну, гляньте, Париж, Франция. Сейчас вот отсюда будет самое... А как же попасть за зеленое заграждение? Не пойму, как люди туда заходят. А, они не ходят по траве. Блин, а я хочу по траве пройтись. Сейчас, секунду. No, thank you. No, thank you. No, thank you. Yeah, I know. But no, thank you. Предлагали мне Эйфелеву башню купить, но я уж купил себе магнитик. Так, ребят, сейчас проберемся мы вот туда, к зеленой травке, поближе. И сделаем пару фотографий. Ребят, сейчас пошли со мной. Секунду. Так, а там не пройдешь. Эту тропинку они закрыли, надо идти ему посередине, да? Сейчас я сделаю фотографию, потом увидимся еще. Все, пока.